Какие причины, за что будет человек наказываться в могиле? Если он до этого не попросит прощения. Первое, ан-намима. Распространение намима. Это когда, например, человек услышал, там человек что-то говорит о его брате, он берет эти слова и специально идет к нему, чтобы между ними разлучить. Или, например, что-то там сказал между мужем и женой, между близкими братьями, кто специально или придумывает это, или берет слова и доносит до него с ниятом, чтобы между ними их разругать. Этого человека Аллах будет наказывать в могиле. Второй – адам ль-истибра мин аль-бауль. Второй вид людей – это который не очищается после того, как совершил нужду. То есть он сходил, там, пускай будет там, в туалет по-маленькому, он от бауля, от мочи не очищается. Фа'ан ибн Аббас, радаллаху анху, каль. От ибн Аббас, радаллаху анху, приводится – قال النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال пророк саллаллаху алейхи ва саллям проходил мимо двух могил и сказал إنهما ليعذبان сейчас эти двое наказываются وما يعذبان في كبير и они наказываются не из-за большого греха не из-за великого греха то есть не из-за ширка не из-за там зина не из-за хамра не из-за А из-за что? Не за риба, не за расточительство вот этого процентов. А из-за чего наказывается? «Амма ахадухума факана ла ястанзих миналь бауль, уфиррируя баулихи». То есть один из них, он не очищался от мочи. Второй, «Ва амма л-ахар факана ямши бин намима». Муттафакун алейхи раваху аль-Бухари ва Муслим. А второй, он... переносил вот эти слова от одного другого, чтобы их рассорить, намима распространял. Приводится в Бухари Муслим.